Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, начнем, пожалуй, с выполнения заданий. Открыть колоду, это в первую очередь. Так, что нам тут выпадет? Ага, это у нас Рахзар собственной персоной. Все, я понял прекрасно. Так, забираем здесь награду. Сразиться в боях. Давай сразу быстренько пробежимся по серии испытаний. Мы тем более только начали, поэтому нам нужно здесь очень много и долго играть и проходить ее в конце концов. Может быть, через недельку мы с тобой пройдем ее полностью. Так, ну что, Кирби, пора тебя валить. Так, крыса жирная, вали отсюда. На Рафаэля еще тянет что-то там. Так, ну-ка. Ай, фиговенькая. Я думал, что Усаги сможет все-таки Кирби пробить. А кто им поставил двойную атаку? Скажи-ка мне на милость. Крыса, наверное, да? Ладно, сделаем так. И добивку попробуем на этот гриб. Замечательно. Так, ну что, переходим на вторую волну. Здесь у нас Джастин и Крип. Вот такие вот лопушки. Наверное, будем с тобой начинать с Крипа. И, как всегда, мы его не заблокировали. Тогда делаем шипы. Супер Шреддер. Ага, ну, в принципе, неплохо. И, наверное, будет добивка. Ну, давай, давай, давай. Отлично, все. Серию испытаний мы с тобой прошли. Теперь остается сразиться только лишь в боях. Соответственно, будем искать элементы для карайки. Только заберем награду. Так, награда у нас в кармане. Идем в список. Находим нашу карай. И смотрим, сколько нам нужно чего найти. Так, 3 куклы Дарума. Ну что же, поехали. Хорошо, одна выпала. Давай вторую. А вот со второй проблема, да? Начинается. Понятно. Не хотят они мне давать. Опачки. Вторая и последняя. Давай третью. Все, шикарно, друзья. Шикарно все получилось. И нужно нам еще с тобой сколько? 14 отслеживающих устройств. 14. Где их проще всего добывать? Проще, наверное, здесь, либо здесь. Но вот эпизод 7.4 меня радует тем, что здесь еще выпадает бинокль. Как бы, а бинокли мне нужны будут, 100% тебе говорю. Так что давай. Один нашли. Нам нужно именно отслеживающее устройство. А почему-то мне выпадает бинокль. Причем шанс выпадения биноклей должен быть намного меньше, потому что они в золотой рамочке. А отслеживающее устройство у нас в серой рамочке. То есть в серебряной получается, да? Ну, естественно, серебро дешевле золота, поэтому... Но здесь что-то сломалось, по ходу дела. Или меня просто здесь шваркают и кидают. Ну ты посмотри, бинокль, бинокль, еще раз бинокль. В общем, ребят, мне кажется, я таким темпом здесь не заберу. Давай здесь попробуем. Вот, пошло дело. Пошло дело, ребята. Следующее устройство находится. Так, микроскоп, это ерунда. Да чтоб тебе, микроскоп теперь какой-то начал лезть, а? Вы издеваетесь. Вы издеваетесь сейчас надо мной, да? Понятно, короче. Ладно, друзья мои, мы выполнили задание. Забираем награды наши. И нам нужно поднять уровень персонажа. Давай-ка мы с тобой... Ага. Рафаэль классический, да? И все. Больше мне ни на что не хватает. Вот такие вот пироги. Забираем здесь остатки роскоши. И переходим с тобой на арену. Ну-ка посмотрим, ребята. Меня не скинули до Лиги Мастеров 2 звезды, но ранг все-таки 92-й, а это практически 2 звезды. Поэтому нам нужно сейчас выровняться. Имею я 21 откат. Как ты видишь, я в принципе думаю, мне этого хватит. Этого должно хватить, чтобы опять залезть в топчик. Блин, а сколько я не играл? Ну, по большому счету, ребята, сутки. Меня сбросили за сутки. Вчера я в это же время играл. Зашел в топчик. Сегодня я проснулся, как говорится, перед работой. И вот решил записать серию. Ну да, сутки. И меня сбросили, считай, на целый ранг. Так дело не пойдет.
Тем более в пятницу, да? Так, ну что, давай тогда будем быстренько с тобой туда забираться обратно. И что? Мы заберемся обратно. Что-то я там сиганул слишком много. Не знаю, друзья мои, вы просите, чтобы я поиграл в Юрский парк. Я уже пятый или шестой эмулятор смотрю для этой игры. Один вроде бы наклевывается, но я еще его хорошенько не тестил, поэтому не могу сказать, будет ли вылетать игра или нет. Хотел, думал, через Miracast, но почему-то у меня на компьютере Miracast не подключается. Хотя поддержка его полностью есть. Если кто не знает, что такое Miracast, это когда можно... Тихо! Ё-моё, я заговорил... Опять, ребят, ну что я делаю? Ой... Ну и вы поняли, да? Почему я лопухнулся? Автобой поставил. Зачем это надо было делать? По привычке, да, ребят, по привычке. Потому что таким образом я прохожу серию испытаний или еще там что-нибудь именно на автобой. И здесь вот так вот получилось, что автоматически нажал. Ладно, я думаю, мы не особо много потеряем. Хотя потеряли прилично. Прилично, ребят. Так вот, Miracast — это у нас такая штука, ребят, где можно с мобильника, да, играть на компьютере. То есть по Wi-Fi соединению, да? Тебе не нужно там заморачиваться с установкой каких-то программ. Потому что именно на моем мобильнике все эти игры идут. У меня на нем же остался Angry Birds и вообще-то многие игры. Вот, но... Не знаю, почему не поддерживает, а покупать отдельную приставку, я читал отзывы, ну, как-то не особо хорошо передает, поэтому даже не знаю, что и делать. Просто в тупиковом таком положении. Конечно, я попробую найти какие-нибудь выходы из этого, из этой ситуации, но обещать не буду. Так, ребят, 60-й у нас ранг, и мы с вами берем, давай вот, наверное, Абер. Почему бы и нет. Так, откат Армагона. Откат Супер Шреддера. Раз, два, три. Сегодня будет у нас прохождение испытания на Супер Шреддера. Ну и, конечно же, еще платиновое испытание на элементы. Надеюсь, мы сможем пройти. Все будет зависеть от того, каких нам с тобой дадут персонажей для этого прохождения. Завтра у меня будет выходной, но, скорее всего, день этот будет потерянный, потому что я буду высыпаться. А вот уже следующий, да, следующий мы с тобой поиграем. Наверное, пройдем все-таки на втором канале акулу-людоеда. Возможно, пройдем с тобой мальчика-монстра. Наверное, поиграем в Эрику. В общем, посмотрим. Если честно, в такую духоту и жару что-то не особо сильно тянет записывать видосики. Хочется погулять, отдохнуть, расслабиться. В общем, ты понимаешь, да? Так что планов много, а вот суждено ли им воплотиться, пока неизвестно. Так, давай-ка мы сделаем с тобой вот этот удар, наш козырный. Замечательно. И добивку, естественно, от Армагона. Плюс еще, ребята, я подпростыл, по ходу дела, бронхи и что-то такое, потому что очень сильно болит грудь, кашлять тяжело, не очень... Хорошее состояние. Ну, фигли, как обычно, да, жара-жара, а ветерком просквозило где-нибудь. И все. Долго ли и много ли надо для этого. Так, Фернандо у нас тут, смотри-ка, стоит. Давай, наверное, мы ее возьмем. Я возьму вот так вот. И раз, два, три. Кстати, у нас там какое место-то уже? Там, скорее всего, нам остается где-то три поединка, да. И мы уже все, будем опять с тобой в топовом месте. Так, ну что, Армагоша бомбит. Минус двоечка. Это стандарт просто какой-то у нас. Минус двоечка, минус троечка. И пошла добивка. Так, и теперь надо посмотреть, на каком месте мы с тобой уже находимся в данный момент. 36-я позиция была, становится 23-й. То есть, грубо говоря, где-то 2-3 поединка еще нужно сделать. Ну, в принципе, мы укладываемся в рамки допустимого.
Леонильда. Ничего себе. Нет, я все понимаю, есть Леонардо, там еще что-нибудь. Но Леонильда, это в первый раз слышу такое. Раз, два, три. Окей, поехали. 79-й ранг, это максимальный, который доступен тебе на арене. Но шансов у них, как ты понимаешь, нет, потому что у меня Армагон и Супер Шреддер, они, естественно, порвут здесь пока любого. Еще не нашлась такая команда, которая бы нас тут наказала. Ну, если, конечно, я не сделаю какую-нибудь очередную ошибку и не ступлю. Так, ну что, здесь мы с тобой прошли. Сейчас посмотрим, какое мы с тобой займем место. Если где-нибудь 12-11, то 100% это будет последний поединок, который нам предстоит с тобой сделать. 11. Значит, все, ребят, последний поединок мы делаем. Так, Сармат. Ну, давай возьмем Сармат. Так, Супер Шреддер. Правда, я тут многих кого не отыграл, ну и фиг с ним. Сделаем вот так вот. А может быть, мы еще и не перейдем, тоже неизвестно, да? Может, где-нибудь на втором месте остановимся и все. Так, ну что, бросаем? Ну, как ты видишь, очень мало зэк отнимает своей бомбочкой энергии у наших противников. Так, и валунчиком, пожалуй, мы их добьем. Все. Easy, nice. Мы с тобой двигаемся дальше, идеальная победа. И, наверное, уже будем приступать к прохождению событий. Ну-ка, давай, топчик, топчик. Первое место, давай, давай. Есть контакт, все шикарно. Меня это вполне устраивает. Ну что, кстати, вот эти вот я, ребята, уже телепорты собрал. Конечно же, за кадром. Конечно же, за кадром. Так, переходим с тобой на бой, испытания и эксперт. Но вначале начну я, наверное, с платинового. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Ага, ну, как всегда, ребят, подстава. Она заключается в том, что мне дают слабых персонажей. Самый мощный, конечно, здесь у нас... Это мой Армагон, но на нем-то на одном далеко мы не уедем. Это факт. Ну-ка, давай-ка так вот, торпедами. Воу-воу-воу. Ванюша, молодец. Ну, первый поединок мы с тобой... Даже не поединок, а первое испытание мы с тобой пройдем. Загвоздка будет на втором, а может быть даже на третьем. Посмотрим, как пойдут дела у нас тут. Хочется валун, конечно, потратить, но я знаю, что здесь дальше будет сложнее. Так, ну-ка, Змейковьюн. Да что ж ты, даже Кейси Джонса не смог пробить. Во, а ты видишь, как он вляпал? 70-й уровень, друзья мои, 70-й. Он одинакового уровня со Змейковьюном. Посмотри, сколько он отнял, еще и постепенный урон повесил. Жучара этакий. Так, ну здесь, ребят, без компромиссов. Так, бомбим. И валун, если будет, да, валун есть возможность забросить. Сразу же его используем. О, железная голова выжил, ничего себе. На-ка. Ну, ты сам все прекрасно видел. Очень тяжело как-то мы с тобой проходили. Сейчас, в данный момент, мы отказываемся от Змейковьюна в нашем отряде. Мы его убираем. И у нас противники 80 уровня. Минус нашей команды. И это огромный минус. Все уже, наверное, выучили и зазубрили. Конечно же, отсутствие хила. Зато у них с хилом все отлично просто-напросто. Ты сам видишь, да? Тут у них и Кирби, тут же у них и Пит. Вот, Кирби пошел хилять. А ну-ка давай, Ванюшка. Ну что ты, ну видишь, он не наносит нормального урона. Вот если бы у них была бы пониженная броня, скорее всего, у нас бы все получилось. Давай-ка бросим с тобой бомбочку. Ага, Кирби упал. Железная голова упала. Мы переходим только на вторую волну. Ну здесь... Слушай, здесь бы не помешали бы массовые атаки. Желательно такие, как валунчик от Армагона. Тем более тут Мондагика ускоряет вражескую команду. Этот берет провокацию. Нет, тут явно надо будет сейчас закидывать валун. Потому что мы... Что он там делает? Комочек? Да хорош уже ходить-то, ё-моё, ну... Понятно. Чё, Джастина хотят ушатать мне. Мы вообще по ходу дела, да, ходить сегодня не будем. Нам не дадут шанса даже сходить. Нет, дали все-таки, спасибо большое. Трындец, блин. Ну как ты-то выжил, олух, а?
На тебе. Переходим на последнюю волну. О, слэш, кужеголовый, еще и Эйприл. Так, бросаем гранату. Ого. Неожиданно, чтобы вот столько урона нанесла граната. Так, тройной укус, наверное, все-таки придется потратить на слэша, потому что он довольно крепкий малый. Ай-яй-яй-яй-яй, и не пробили. О, супер атака. Нет, Джастин труп. Поверь мне. Джастин труп. Хотя, если честно, мы могли бы его спасти. Мы могли его спасти, переиграть, но... зачем? Тут особо ничего не значит 3 звезды, так что нам главное получить награду. Нет, 3 звезды здесь значит, что это я заливаю вам. Мы же можем с тобой фармить, но я сомневаюсь, что мы будем этим заниматься. Потому что у нас там на событиях есть кого пофармить. Секешь, о чем я? Ну что, эксперт, друзья мои. Эксперт, поехали. Ну, здесь, судя по всему, мы пройдем полностью это событие. Потому что нам дали самых топовых черепашек. Довольно прокачанных. Ну, не считая, конечно же, Донателло. Здесь можно вообще на автобой поставить, ребят. И что такое? И пускай они разруливают в ближайшие, как говорится, бои. А мы с тобой подключимся уже где-то на третьем-четвертом забеге. Там уже будет, да, будет напряжено. Там Валакас придет, который будет оживлять Супер Шреддера и тому подобное. А пока его здесь нет, можно вот так вот на расслабончике поиграть. Они не маленькие. Так, давай посмотрим. Сами, как говорится, все сделают. Так, минус. Тут у нас 3 волны. Это уже Супер Шреддер стоит. Но зачем Леонардо здесь потратил вертушку? Вот объясни мне. Я лично ума не приложу. Ну, потратил и потратил. Так, сюрики полетели. Вообще никакого урона практически они не нанесли. Ну, добьет кто-нибудь? Да, все, добили. Ну что, вот теперь уже придется, наверное, друзья мои, подключаться самому. Как говорится, включать ручной режим и бомбить. Так, это третий эпизод, а всего их 6. Всего их 6. Хотя нет, здесь, по-моему, можно тоже, ребята, в обычном режиме пройти. Естественно, на автобое. Так, посмотрим. Донателло, как всегда, досталось. Майки делает уклонение. Понижаем атаку. Ну, на самом деле, для первого самого вот этого Супер Шреддера, да, который нам встречается, на него особо тратиться не стоит. Всякие там дебафы вешать. Потому что это обычный, ну, как, самый обычный и простой Супер Шреддер из всей вот этой линейки, которая нас поджидает здесь впереди. Донателло сделал усиление. Это, кстати, круто. Майки использовал бомбочку дымовую. Так, Армагон зачем-то здесь валун применяет. Не пойму, зачем он так все делает. Так, ну что, друзья мои, а вот и Супер Шреддер. Конечно же, воскрешенный именно этим Валакасом, который сейчас будет выходить. Что у него с лицом, ё-моё. Никак они не исправят этот баг с его мимикой. А раньше все было нормально, все было хорошо. Так, ну что, Супер Шреддер ожил. И мы приступаем. Так, Рафаэль делает апперкот. Половины здоровья уже нету. Так, контратака. И, видимо, добивка от Армагона. Тройной укус. Естественно, ребят, тут уже ему не выжить. Так, ну что, теперь, наверное, будем уже все-таки в ручном режиме играть. Потому что Супер Шреддер будет только сложнее, сложнее и сложнее с каждым разом, с каждым поединком. Но зато прикольно, ребята, 3 ДНК получаешь. Это, конечно, круто. Поэтому, друзья мои, если кто-то хочет себе открыть Супер Шреддера, то я рекомендую вам проходить это вот событие как раз. Ну что? Угу, Супер Шреддер разбушевался. Ладно, мы тоже начнем с тобой тогда потихонечку его бомбашить. Так, наверное, минус, да? Отлично. Переходим на вторую волну. Здесь тот же самый Супер Шреддер, но он, по-моему, будет немножко позлее.
Поэтому я рекомендую сделать вам ярость Рафа, если есть Рафаэль в команде вашей в колоде. Поставить дополнительные щиты, хотя их можно было бы приберечь для супер шредера. Уклоняшку здесь не стоит ставить, потому что, ну, получается, ты зазря тогда все потратил, да? И усилил атаку, и усилил защиту, и плюс еще уклонение ты будешь влепить себе. Не стоит. У него, оказывается, еще защита была, да? От смерти. Вот такой вот он супер шредер, хитрец. Но мы все-таки его пробили. Так, приходим с тобой к ожившему мертвецу супер шредеру. Валакас, давай быстрее, е-мое. Вызвал и все, да, из преисподней этого супер шредера, он все никак не угомонится. А при чем здесь, интересно, Валакас? Я не понимаю, ребят. Он-то в чем заинтересован? Чтобы этот супер шредер здесь жил. Мне вот непонятно, ребят. Так, ладушки, давай, поехали. Начали с тобой с бомбочки. Так, чуть-чуть отняли хп. Теперь давай-ка валунчик в него закинем. Большую часть здоровья мы у него отняли. Плюс проникающая от Леонардо. И все, друзья мои. И он готовченко. Он опять же отправляется в преисподнюю. Ну, а мы с тобой проходим очередное событие. И у нас, по-моему, последнее осталось, да? Да, по-моему, последнее. И сейчас мы его, естественно, опять 3 ДНК. И мы с тобой его... Ага, последнее. Ничего себе последнее, ребят. У нас только лишь 5-й эпизод. То есть еще будет один. Ага. А я-то тут уже расслабился. Ладушки. Надо быть аккуратнее. Потому что с каждой волной этот гаденыш становится все сильнее и сильнее. Так, по-моему, вторая стадия будет сейчас бафаться будет. А, там у него сердцебиение плюс защита будет ставиться. И фиг ты его пробьешь. Но я поставлю дополнительные щиты на наших персонажей. Так, попадет? Попал по Донателло. От жучара. Так, нам бы хильнуться, наверное, да? Или как? Наверное, укусим для начала. Так, кусаем. Половину здоровья урон отняли. Так, теперь попробуем проникающим. Фигня какая-то. Вот, опять у него, ребята, защита от смерти была. Мне не нравится то, что он нам бомбит именно Донни. Донни там уже практически на соплях живет. Все. Ну и сейчас этот начнет... Супер Шреддер психовать, начнет бросать своих скелетов, вытягивать жизненную энергию и прочее, прочее, прочее. Так что готовимся. Давай, вылази уже быстрее, елки-палки. Это мы еще играем с тобой на ускорение. Если поставить на первую скорость, то это, наверное, будет очень-очень долго все происходить. Ну что, все, прокричался, проорался. Поехали, начнем с вертушки, наверное. Да. Ты посмотри, сколько отняли мы здоровья вертушкой, плюс... Так, Рафаэль, давай ответку. Красавчик. Давай-ка я сделаю, наверное, ярость Рафа. Его надо пробивать, понимаешь? И желательно быстрее. Ну что это за урон был, а? Ну-ка, валунчиком. Армагоша, не подведи. По красоте. Так, и, видимо, добивка. Да. Но тут мне почему-то показалось, что же мы довольно быстро и легко с ним справились. Ну, а теперь мы переходим на самую последнюю, как говорится, битву. На последнее событие. И, надеюсь, так же хорошо его пройдем. 4 ДНК дают, друзья мои, 4 ДНК. Я вот не знаю, может быть, Донателло убрать с команды, а? А хотя, что нам убирать-то? Чем мы переживаем? Ну, погибнет, если Донателло. Нам-то фармить все равно здесь не надо. Так что пускай стоит. Все-таки его защита вот эта вот, она лишней не будет, уж поверь мне. Так, мы сбили броню. Давай, наверное, сделаем с тобой уклонение. Так, и пойдем тройным укусом его бомбить. Почти, почти ушатали. Лео его уничтожил. Ну что, переходим на вторую битву. Вторая форма Шреддера. Так, наверное, начнем с апперкотом. Хотя можно было бы и ярость Рафа, конечно, подключить. Видишь, даже ребята не повесили на него постепенный урон.
Опа, опа, опачки, психует. Бедный Донни, а. Но тут ясен перец, нужно хиляться, иначе нам кранты. Он, кстати, на себя повесил понижение меткости. Это как бы сейчас нам должно сыграть на руку. Плюс мы ему еще и атаку ослабили. Ну что же, есть шанс его сейчас бомбануть. Да промахнись ты. Мимо. Да что ж такое-то, ты посмотри. Мы его бьем, 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 бьем. И по барабану, да? Ть. Так, у него опять защита. Ну, естественно, он включает сердцебиение. Чем еще остается делать? А мы ему добили. Ну и вот уже мы дошли до супер Шреддера, который воскрешенный. Так, у меня есть там супер удары-то? Просто надо сразу с них начинать. Как говорится, не давать ему расслабиться. Бомбить, бомбить, еще раз бомбить. Ну все, 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 станцевал тут брейк свой. Теперь погнали. Начнет он, по-моему, первый. У него инициатива здесь будет больше. Бросит он скелет. А, нет, ребят. Ничего он не бросит. О-о-о-о, что это за урон там был? А ну, Кармагон. Даже валун Армагона. Ты посмотри, сколько отнимает здоровья. Копейки, сущие копейки. Да. Ах ты, гаденыш, что он делает? Армагона моего, да, немножечко принизил, так скажем. Он ему понизил атаку и понизил броню. Так, а мы с тобой тогда сделаем усиление от Рафаэля. Сделаем укус. Ну, тут уже придется делать и вертушку сразу же. И... так, начинается, да? Все ему не дает мой Армагон покоя. Ты посмотри, что он делает. Так, ну что, здесь, наверное, будем атаковать. Можно было, конечно, уклонение поставить, но... Сюрики тут бесполезны, по-моему. Нет, смотри-ка. Донни все-таки сделал свой заключительный удар именно сюрикенами. И Супер Шреддер опять отправился в приступ. То есть, друзья мои, ну, на ваших глазах прошел полностью это событие, не потеряв ни одного персонажа. То есть, хоть фарми, хоть что, плюс ты получаешь еще 4 ДНК. И не забывай, что когда ты проходишь все это событие, у тебя, видишь, фарм, ребята, 5 ДНК, здесь 4. То есть, ну, вполне реально за короткий срок его себе нафармить. Это реально. Так, ну что, друзья мои, здесь вроде бы мы все прошли. У нас 10 сыра, я все-таки сделаю, наверное, одну попыточку свою. Потрачу, так сказать, да? На то, чтобы вытащить либо кунаичи, либо шинигами. Ну что, тратим, да? И нам выпадает камень Талик. Кто бы сомневался. Слушай, подожди-ка. Супер Шреддер у меня на первом месте почему-то стоит. Надо на Карайку разобрать, да, ребята? У нее 57 ДНК. Чтобы они меня не нервировали. Вот так вот мы с тобой поступим. Так, вроде бы у нас есть с тобой еще, да? Пицца там, все там подобное. Давай-ка мы дальше продолжим с тобой искать отслеживающее устройство, которое мне нужно. Упс, пицца кончилась. Внезапно. Жаль. Ну что, дорогие друзья. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в Синемон. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер-спринтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.